Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про новости мира танков. В начале три победителя по 500 золота из прошлого видоса. Ну а если вы играете на Руба и Регионе, можете под этим видео оставлять свои комментарии. В конце не забывайте никнейм для участия в розыгрыше золота. Первая новость — это возвращение легендарной троицы. Это коллаборация Лесты и Мосфильм в период с 14 августа по 6 сентября текущего года. Все желающие могут сделать предзаказ пакета кастомизации с бонусным золотом. Там есть три уникальных командира: Трус, Балбес и Бывалый. Также надписи с характерными фразами героев. Есть платные надписи, есть бесплатные. С 6 сентября стартуют специальные боевые задачи, в которых и можно будет получить бесплатные надписи. Членов экипажа можно будет посадить на любой танк любой нации. Изначально их можно будет рекрутировать только на командира, но позже можно будет за золото поменять. Также у каждого командира специальная озвучка. Также у них еще есть нулевое боевое братство. Я послушал эту озвучку, и она снова пережатая, снова сильно жесткие эффекты рации, там эхо, шумов и так далее. У меня, честно говоря, уши в трубочку, мне не нравятся эти эффекты. Даже тяжело услышать ту харизму и те эмоции актеров, которые это озвучивали. Это просто, ну, на мой взгляд, это ужасно. То же самое было и в прошлый раз с этими Кощеями и так далее. Каждый раз зачем-то они очень сильно вкручивают какие-то дурацкие эффекты, они мне не нравятся. Я в Дискорде со стримерами-разработчиками написал, что оно мне не нравится. Некоторые стримеры написали, что они вообще без звука играют. Кто-то озвучку выстрелов там и событий в бою убирают просто этот звук и не слушают это вообще. Но на мой взгляд, люди это делали. В игре такие опции есть, слышать командиров. И каждый раз очень много людей жалуются на эту озвучку, что она очень мерзкая. И ничего не меняется. Хотя бы чуть-чуть поменьше этой всей лабуды сделали. Или сделали бы два варианта с вот этой своей пережатой фигней и просто обычный. Также есть еще 2D-стиль, который можно повесить на любой танк. Красный кабриолет. Имущество будет начислено 6 сентября после 3 МСК. Также с 6 сентября по 27 сентября эти пакеты тоже можно будет покупать, но уже без бонусного золота. Стиль просто, ну, красный. Также спереди еще хромированная решетка и фары. Ничего сверхинтересного в этом стиле я, честно говоря, не вижу. Это просто красный цвет. В нем и деталей-то толком, ну, мало. Также, я так понял, на этом стиле еще там какая-то надпись есть, декалька. Да и, собственно говоря, больше особо ничего, кроме красного цвета. По сути, у нас что? Командиры, надписи и, собственно говоря, 2D-стиль красный. Также еще в кораблях тоже данное мероприятие проходит. Там тоже есть что-то похожее. Мне эта коллаборация нравится, поскольку она мне понятная. Персонажи мне известны, все это мне по душе. Это реально круто и кайфово. Единственное, что мне не нравится, это эффекты озвучки этих командиров. Они очень ужасные, на мой личный вкус. Напишите в комментариях, как вам данное мероприятие. Я очень люблю, когда что-то происходит со своим понятным, известным, атмосферным, душевным, кайфовым. Это именно оно. Также закончился турнир «Легендарный охотник». Первое место Гекси и Диленс. Они выиграли 5 лямов рублей. Второе место Нидин и Госспирит. Третье место Шотник и Аймлул. Остальных можете зайти на сайте, посмотреть в новости. Все 10 команд перечислять не буду. Либо вот вам ставлю картинку, можете на ней посмотреть. Также там были розыгрыши различные. Некоторые зрители мне хвастались, что выиграли золото. Молодцы, поздравляю. Также уже стартовала возможность купить стиль на следующий турнир. «Голос пустыни» — 2D-стиль большого осеннего киберспортивного турнира. Там уже призовой фонд перевалил за лям рублей. Я этот стиль уже купил сразу же в первый день. Мне, честно говоря, он меньше всего понравился из всех. Слишком тяжело на нем что-то увидеть, больше похоже на темную мазню. Отметки, конечно, какие-то уникальные, но в целом не сразу даже понятно, что это отметки. Прошлый стиль с розами мне лично, на мой вкус, больше понравился. По поводу турнира, я его не смотрел. Или то, что я заходил там пару минут, побыл и вышел, можно считать, что смотрел. Мне вообще не интересно было, да и не было времени заниматься тем, что мне не интересно. Можете в комментариях написать, если вы смотрели, как вам понравилось, не понравилось, какие эмоции, что было хорошо, что не очень. Некоторые стримеры писали, что некоторые части турнира были затянуты.
Ну и есть некая проблема с тем, что очень много было одного и того же танка, или же нет, как вы считаете, опять же пишите. Также на World of Tanks консолях с 15 августа поступит в продажу прем ТТ 5 уровня с огнеметом. Но огнемет будет дополнительным орудием. У него также остается основное, которое стреляет по-обычному. Огнемет не оглушает и наносит урон чем ближе к врагу, тем больше, чем дальше от врага, тем меньше урона он наносит. Мне кажется, это более приятный вариант огнемета. Но опять же, это танк, у которого есть еще основная пушка. У нас в мире танков тоже очень много танков обладает дополнительным огнеметом, помимо основной своей пушки. Будет ли у нас движение в эту сторону или нет, посмотрим. Также некоторые танки, которые анонсировали в видео, что их будут ребалансить, в осенний ребаланс что-то как-то не попали. Будет ли у нас еще перед Новым годом ребаланс или нет, либо это уже на следующий год что ли остается. Не попали такие танки, как 121, китайская ветка СТ-шек, ВЗ-132-1, китайская ветка ЛТ-шек. Они очень слабые, я об этом каждый раз говорю, уже много лет они вообще никакущие. Также еще Батчат, он уже давно просится. Type 5 Heavy, которого мучили уже сколько раз. Ну и Е50М, хотя я не сказал бы, что он плох. Также еще М46 Паттон, просто Е50 9 уровня и Паттон, но надо пробитие нормальное дать, а не как у восьмерки и все. Объект 430 вариант 2, это вообще полумертвая ветка, которую сложно реализовать. Также еще ИС-3, КВ-4, ТВП-ВТУ концепт. Это очень слабые танки. Хоть и некоторые игроки, которые не разбираются в игре, мне иногда пишут, что это обалдеть, какие сильные танки, но они на самом днище. Ну и РЛ-44, ВК-301П. Все эти танки вроде как показывали, но что-то как-то до них дело не дошло. Анонсировали нам ребаланс половины танка, видимо, это затянется надолго. В принципе, это все новости, которые я хотел вам рассказать. Не забывайте, что там еще существует табель-календарь. Вы же еще помните, он есть. Уже третий или какой месяц подряд. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня, пока.